Наталья Петровна Акопян, детский врач-стоматолог. В медицине 37 лет. Место своей работы не меняла вот уже 29 лет. Да и смысл, когда здесь, в отделении амбулаторно-стоматологической помощи детям городской больницы номер 9, созданы прекрасные условия для приема. Детский стоматолог – это не только стоматолог, он детский психолог. Надо найти подход к ребенку, и бывает это очень трудно. Но всегда это возможно. И с ребенком она договорится перед тем, как взять в руки медицинские инструменты и расскажет, что нужно есть для того, чтобы зубки были здоровыми. А вот как готовить здоровую пищу и делать это красиво, знает Максим Принцев, шеф-повар семейного ресторана. Он стал и участником всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» и представил наш курорт. Стараюсь готовить с любовью и своих поваров тоже к этому подготавливаю, чтобы каждый вкладывал частичку себя и через блюдо проносил это людям, которые к нам приходят. Потому что без этого не будет, может, того семейного уюта, который есть у нас в ресторане. Спокойную рабочую атмосферу всегда старается создать в классе и педагог 44-й гимназии Ольга Николаевна Кудина. Она преподает математику и основы православной культуры. Казалось бы, два абсолютно разных предмета. Давно я уже начала работать на сочетании математики и основ православной культуры, поскольку когда математика, она кажется такой сухой наукой, зачем это надо и какие темы. И я стараюсь привнести содержание, историко-культурное содержание на уроки математики через задачный материал, через какие-то примеры, какие-то иллюстрации тех числовых значений, может быть, даже которые мы получаем. Поэтому в этом направлении будем и продолжать работать. Ставку на культуру сделал и уже давно водитель Сочи-автотранса Сафир Хваржев. Вежливость для работника общественного транспорта – не пустой звук. За рулем он с первой записи в трудовой книжке. Сегодня работает на первом маршруте. Как работать начал с 16 лет. После Целины приехал, 16 лет поехал в Целину. Потом приехал и все, и моя жизнь началась в Сочи-автотранс. И с тех пор я работаю с ними. Общей сложностью 54 года уже будет. Работа сложная, но нравится. Нравится мне эта работа. Нравится тем, что самое лучшее – это общаться с людьми. Постоянно с людьми общаешься со мной. Все эти мастера своего дела в списке участников городского конкурса. Торжественное награждение лучших из лучших в своей профессии состоится 23 ноября. Грамоты и призы победителям вручит лично глава города. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.